Главное качество хирурга – способность быстро принимать решения и брать за них полную ответственность. Руководитель – хирург, акушер-гинеколог и женщина. Пока те, кто работают в офисе, неспешно идут на работу к 9 и приступают к делу только после чашечки кофе, доктор Наталья Слепуха уже полностью сосредоточена на операции. Моет руки, переодевается и бежит к операционному столу. Большое напряжение, большая ответственность и огромное желание сделать нашу пациентку здоровой. Сегодня удаление матки у пациентки. Для такого профессионала, как Наталья Васильевна, ничего сложного. Однако длилась операция почти 2,5 часа. Были такие особенности. Женщина невысокого роста, 1,50 м, страдает нарушением жирового обмена 3-й степени. Несмотря на то, что это была первая операция, первое вхождение в брюшную полость, но оказался выраженный спаечный процесс с кишечником, с придатками. Но потихоньку, плавно все это было преодолено, проделан предполагаемый объем операции, и операция завершилась. Вот сегодня утром я смотрела ее перевязка. Все идет по плану. Эта доброжелательная, элегантная женщина у операционного стола стоит не одно десятилетие. Начинала юная Наталья операционной сестрой. Тогда же и влюбилась в хирургию. На 4-м курсе подумала, что близится время окончания института, и когда один на один остаешься с пациентом, но это довольно ответственно, страшно и ответственно. Тебе нужно дать уже ему назначение, тебе уже нужно что-то сделать. А так как для себя я тогда решила на 4-м курсе, что я буду акушер-гинеколог, я устроилась операционной сестрой в больницу скорой помощи в Кишиневе. Не имея среднего медицинского образования, я работала в операционной. Это все виды операций, которые можно. Это не только вот как у нас здесь гинекологические, там же и травмы, и аварии, и все. И вот я такая смелая и отчаянная подумала, что у меня получится. И когда я участвовала в одной из первых операций, сложная была тяжелая операция, и я профессору не смогла дать инструмент. Федоровский зажим он у меня попросил, я не знала, что это. Ну, там мне подсказали, помогли, все. По окончании операции он мне говорит: «Скажите, пожалуйста, вы сколько работаете операционной сестрой?» «Второе дежурство. А вы окончили медучилище?» Я говорю: «Нет». Он посмотрел и говорит: «Даже во время Отечественной войны так операционными не становились. Благодарю за смелость». Вопрос о выборе специализации в университете для блестящей студентки даже не стоял. Как говорит сама Наталья Васильевна, это она выбрала медицину, а хирургия выбрала ее. В этой довольно мужской специальности женщины нечасто, нагрузка велика. Мы понимаем наших пациентов очень хорошо, они нас понимают. Может быть, хирургия большая такая. Другая хирургия, акушерство, гинекология, я думаю, это все-таки женская. Хотя у женщин такой характер, я думаю, что они нигде, ни на каком ответственном посту не подведут. Крепкую, как сталь внутри, Наталью Слепуху никакие трудности не пугают. Она руководитель и практикующий хирург, способный выполнять практически все операции. Я всю жизнь врач. Это моя профессия, это моя жизнь, это мое призвание. Главным врачом, ну так получилось, как-то вот стала руководителем. Но для того, чтобы жизнь была полноценной, я продолжаю лечить пациентов. Это мое призвание, и это все, это поддерживает тебя. Поэтому я, конечно, продолжаю заниматься лечебной работой. Твердые и умелые руки Натальи Слепухи справляются с любой задачей. Несомненный профессионализм признают и коллеги. Когда на операции с Натальей Васильевной, всегда ты уверен, что все закончится, все хорошо. У нас и спокойно все происходит, без всяких нагнетаний обстановки, всегда будет выход из ситуации. Насколько бы сложной и мужской ни была хирургия, с острой конкуренцией Наталья Слепуха никогда и не сталкивалась. Говорит, всегда вокруг настоящие профессионалы, наставники, коллеги, с которыми у нее получается отличная командная работа. Наталья сильно ставит задачу. Нам нужно
как бы решить направление. Нам нужно решить это направление. Я со своей точки зрения анализирую то, что есть вообще на, скажем так, на рынке оборудование, то, что изобретено, то, что как бы используется, как используется, какие-то плюсы, минусы оборудования, мощность, ну, как бы ресурсы, цена и так далее. Далее сильно дает добро, нужно нам это, не нужно, ну, то есть, как бы, потому что здесь в таком случае наше оборудование, оно всегда к месту, оно всегда нужно, оно всегда востребовано, и оно всегда используется в полной мере. Да. Рациональный подход у нас, мы умеем считать деньги. И, конечно же, мы вот конкретно, что нам подходит, все, что нам нужно. Супер, супер. И ты второй тоже в палату поставила? Да. Мечтам нет предела, конечно, тем более все продолжает развиваться, но хочу объективно сказать. Мы на уровне, мы тем более, ну, с учетом удаленности от центров и так далее, сложностей экономических, но помощи все мы оказываем на уровне. Любите свою работу? Обожаю. Она очень женственная, ухоженная, любезная и при этом волевая, сильная, стойкая. Женщина-хирург и руководитель Наталья Слепуха своей жизнью не заявляя никаких громких лозунгов. Изо дня в день доказывала и доказывает. Женщине все по плечу, если только она этого захочет.